Просто песня. Сегодня в селе Каскара прошла традиционная битва хоров. В этот раз певческое соревнование посвятили 95-летнему юбилею Тюменского района. Коллективы, в которых объединились не только сотрудники организации, но и односельчане, репетировали с января. На суд жюри, а это работники культуры, им предстояло исполнить по две песни – народные и из известных кинофильмов. Желающих поучаствовать набралось много, а вот посмотреть еще больше, настолько, что в гардеробе не хватало мест. Слушала и подпевала Ирина Кузнецова. Не часто в Каскаринском доме культуры бывает такой аншлаг. Но ведь и повод непростой. 95 лет Тюменскому району. Этой дате посвящена традиционная битва хоров. Я вот участвую уже 4-й год. Бросили клич, к нам люди подтянулись, пришли. Вот приехали сегодня выступать. Подобрались такие люди, все на одной волне. Все позитивные, эмоциональные, понимающие. Все со слухами голосом, слава богу. Аграрии, работники ЖКХ и образования в красивых концертных костюмах совершенно не похожи на себя в обычной жизни. Здесь они на настоящие артисты. В саду горит рябинный куст, и на полях лежит роса, а я-то знаю наизусть, какие у тебя глаза. Никто нас не заставлял, просто пришла, значит, нам предписание, что если хотите, будете участвовать, не будете. Мы все добровольно согласились и с удовольствием готовились. В конкурсе принимают участие более 350 человек. Это 21 коллектив из каждого муниципального образования. Подготовка к конкурсу заняла 3 месяца. Сегодня нашим уважаемым жюри будет очень сложно определиться с победителями. Я могу подсказать, победители мы уже знаем точно. Да-да-да, не удивляйтесь, победители будут зрители. Кто любит хорошо работать, тот любит и отдыхать, и красиво отдыхать. Это батюшки Ильи Муромца, вышибица ученики. Конкурс показал, что в поселке Московском много талантливых людей. 2 коллектива заняли 2-е и 3-е места. А лучшим хором стала «Околица» из Перевалова. Ирина Кузнецова, Сергей Жернаков, «Тюменское время».